Народные гуляния в честь Дня России прошли во всех микрорайонах округа. На сходне в парке «Величко» юные химчане опробовали все аттракционы. Карусели, паровоз, батуты. Не обошли стороной и спортивные мероприятия. Для детей провели мастер-класс боевых искусств. Егор занимается айкидо с первого класса, сегодня помогает младшим осваивать приемы. Я очень многим детям помог сегодня разобраться с техниками. Мне было очень приятно видеть, что они делают ее правильно. Сначала демонстрация, затем отработка на практике. Большинство детей пробуют выполнять броски впервые. Мне нравятся разные боевые искусства, и здесь я разучился разным новым приемам. Например, каким? Первородом. А что это за прием? Ну, когда тебя берут за руку, потом ты делаешь круг и переворот. Для посетителей парка подготовили концерт. Целый день гостей радовали химкинские танцевальные и вокальные коллективы. На входе в парк расположена большая карта, где каждый житель может отметить город, откуда он приехал, вспомнить о своей малой родине. Привет, как тебя зовут? Адриана. А расскажи, откуда ты? Из Ульяновска. Где это? Ага. Ну что ж, мне осталось только отметить свой город. Вот видите, мы приехали с разных концов России, но тем не менее нас объединили Химки. В парке Подрезково с Днем России химчан поздравил духовой оркестр. Все отмечают, все дети знают, и внук у меня знает. В детском саду, в школе, все это всем известно. Но это же Россия. Также во всех парках провели танцевальные флешмобы. В них приняли участие дети и их родители. Десятки ленточек и флагов под веселую музыку с перечислением российских городов. Завершили праздник кинопоказами. В парке имени Льва Толстого десятки жителей собрались, чтобы посмотреть фильм «Адмирал». Насладиться кино смогли химчане и в парках Подрезково и Величко. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.